Дорогие друзья, я вас всех поздравляю с замечательным всероссийским праздником Днем Матери. Он действительно стал всероссийским. Этот праздник у нас отмечают и в деревне, и в поселке, и в городе, и в целом по всей России. Я думаю, именно в этот день хотелось бы вы все вспомнили о своей маме. Какие у нее добрые, ласковые руки. Какая мама у вас работящая. Как она вам в самую сложную, трудную минуту всегда помогала выйти из той или иной ситуации. Как она вас оберегала, как она вас любила. Я вообще считаю, что в самую сложную, трудную минуту, когда что-то больно, плохо, ты всегда говоришь: ой, мамочка, ну пожалуйста, ну помоги, ой, мама, и так далее. Дорогие друзья, еще раз хочу всем пожелать любви, добра, ласки. И вспомните о своей маме. Если она рядом, подойдите к ней, обнимите ее, поцелуйте, скажите, какая она замечательная, как вы ее любите. Если мама далеко, возьмите телефон и позвоните ей. Я всех вас еще раз поздравляю с Днем Матери.